Добрый вечер, дорогие люди. Здравствуйте, горячие черца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости у нас и нет конца. Вас приветствует автор-исполнитель Сансона Юрий Бандерлогин-Бальчковский и вокально-инструментальный ансамбль «В одном лице». С лица воду не пить. Как говорится, наш музыкальный руководитель Белюса. Мы люди Сансона, и такова, говорится, наша профессия. Постоянно мыкаться вдали от родного очага. Зазда назы выгонит нас неведомые дали, и эти дали деньги, и чем, говорится, больше денег, тем больше песен про Сансон. Такая вот прямая, говорится, зависимость. Вы знаете, Сансон в Африке, Сансон. Вот к чему я, Белюса, это... Зачем ребятам про Африку срусать, правильно? Что-то мне ассоциативный ряд увел куда-то. Ассоциативный ряд. К чему я? А, Соколад, вспомнил, Соколад. Музыкам после сюсти... Дайте твою... Сюсти... Очень полезно есть шоколад, потому что там находится до 75% какао, и он, говорится, благоприятствует, помогает. Ну, музыки меня понимают, женщинам приятно. Поэтому есть и шоколад, он, и, как говорится, и будем все, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались петь такие песни. К чему я? Белюса, к чему я это сейчас? А, вот для меня... Ну так, Сансон, он как бы, знаете, в уменьшенном состоянии, если посмотреть на карту, но ее сделать меньше, ее эту карту сделать меньше, то это как будто улей. К чему я это говорю? А, Алла Борисовна поет такую песню. Улей тай тутя. Улей тай. Ну, к Сансону это практически тоже не имеет никакого отношения, но неважно. И вот я к чему. И российская пчела, она ведь может спать до 10 утра. А немецкая, она может и, кажется, и в 5 при любой погоде. Прополис. Прополис Абрам Моисеевич. Был у нас такой продюсер. Чуть-чуть было не родился в нашем городе. Но не родился. Не судьба, видно. Вообще не туда засол. А, но не родился тот человек, который не любит Сансон, как люблю его я. Вот так я хотел вам сказать. Спасибо, Белюк. Я хочу вам сказать, что мне очень приятно, что вы так тепло принимаете меня и все мое творчество. Я вспоминаю Финляндию, когда наших приехало в Финляндию много. Я, Трофим, Ефим, Серафим, группа «Сучка-рубы» с бензогитарой «Дружба». Вообще приехали какие-то сучки без дружбы. У меня вот такие песни. Ну, чего зря греха таить, вы за все эти... Сунь! Сюда пальчик, вот это руки. Больно? Все правильно. Это тиски, это мой хит. Второй у меня хит. Как у нас его имели, три подруги залетели, третий... Ах, тебя раз, у меня украли маску. У меня много. Я их предлагал, как говорится, и они говорят, пока пой сам. Ну, и я поэтому сам пою. Эта песня была написана в несвойственном манере. Мы использовали хард-рок, джаз, финский фольклор и ваши аплодисменты. Не слышу. Чтоб поднять свою культуру и на финок посмотреть, мы с дружком рванули в турку. В турку есть, чтоб поглядеть. Финку фин не угощает, ибо там закон один. Либо фин один гуляет, или гуляет с фином фин. Гуляет свина... У меня какой-то свинофин получается. Спасибо. Вы знаете, я как-то поехал в Лондон. А в Лондоне две беды. Это Элтон и Джон.
А мой друг Маккартни, хороший парень, он говорит, ты, говорит, бандерлогин, не веришь, что Элтон Джон не музык. Он музык, и музык его тоже хороший музык. И ты, говорит, классный музык. И твой музыкант музык. И вообще песня есть такая. Дорогие мои музыки, дайте я вас... Ну, это другая песня, но не важно. Но я говорю, ну что, пол по пол? Ну, пол по пол, а мы с Белюсой по полтора, как дали. Вот. Я сразу ему взял гитарку, начал играть. Он говорит, мне твои песни вообще очень нравятся. Слушай, возьми, говорит, пенсил и пейпа, напиши мне хитец. Я взял вот так пенсил и пейпа, и вот так... И хитец сразу был готов. Вот. Но об этом позже. И вы знаете, приходит в половину утра, его жена, ушли, говорит, yesterday, пришли today. Вот. Уйду, говорит, я от тебя полка. Он говорит, кто это полка? Я говорю, пол, да ладно, не расстраивайся, пусть она идет. Ты же сейчас пенсионер, вдвоем-то на пенсию не очень разживешься. Он выпил еще немножко, вот так слезу смахнул. Это сколько надо кернуть, чтобы гитару взять наоборот. Но на пьяном музыканте инструмент никто не поправлял. Это мой еще дед говорил. Песня была написана в несовестном манере. Мы использовали хард-рок, джаз и ваш аплодисмент. Не слышал? Был я дома у Маккартни, это тот, который пол. Он устраивает пати, уважает женский пол. А по полу ходят леди, все английские притом. До сих пор они все помнят мои руки под пальто. А руки под пальто, там, там. А руки под пальто, а руки под пальто, а руки под пальто. Я люблю вас! Спасибо!